Еще я разобрал старые сгоревшие эти вот лампы. Они еще не светодиодные, но... И вот хотел посмотреть, что в них внутри. Скрыл вот с этой стороны. По-моему, даже какие-то бескорпусные каемки маленькие. Здесь что мы видим? Маленький трансформатор. Что мы еще тут видим? Полубочонок. Не знаю, это приемные, неприемные. Это тоже не знаю. А вот резисторы, по-моему. Вот еще полубочонок. В этой. А это светодиодная. Вот тоже хотел спросить. Вот в этих светодиодах есть что-нибудь или нет? По-моему, наверное, у них ничего нет. Разобрать, посмотреть, вытащить, что в этом. Они все разные, интересно. Интересные и разные. Нет, тут что-то у меня не выкручивается. Так, а тут вообще ни хрена нет. Нет, что-то там есть. Это надо кусачками кусать. Ну, проще, конечно, молоточком стукнуть. Тут все рассыпется. Неохота. Развалилась, разлетелась. Железки надо было сразу тюкнуть. Ну тут вот что, собственно, тоже что-то мало толкового, чем. Конденсатор. Ну, скорее всего, неприемный. Сопротивление, или это как его? Вот один. Это вот что в этой, короче. А что в этой? В этой побольше барахла всякого. Это у нас третья лампочка уже, да? Так, смотрим, что здесь. Полубочонки, не знаю, тоже приемные, неприемные, немножечко меди, самая малость. Я это все посрезаю, вот еще полубочонок, маркировка. Видно, посрезаю. И взвесим, сколько все это будет весить. И опять же, что интересно, вот сейчас смотрю, вот это вот не магнитится. Вот это вот примагнитилась пимпочка. Ну так слабенько. Это не магнитится вообще. Это тоже не магнитится. А это магнитится. Это у нас хамелеон, да? Это магнитится. Вот это нет. Это у нас что? Короче, это вот с этой разбитой у нас получилось. Угу. Здесь я не знаю, что это. Берут это, не берут это. Что это? Светодиоды эти. Ну вот, я все и расковырял, мои друзья и подписчики. Вот такой вот тут мусор. Это вот от трех лампочек. Вот это какой-то цветничок. Не знаю, или латунь, или это. И вот эта вот мелочевка
со всех трех лампочек. Вот кто прошаренный, напишите из всего вот этого, что тут может сгодиться. Я лично знаю только вот эти вот полубочонки, вот эти вот резисторы. Но в этих, как говорится, ничего нет. Вот два трансформаторчика маленьких, малюсеньких. Вот такой улов. Кому интересно смотреть такое, как вот я смотрю, мне, например, интересное. Так что пишите, кто знает. Буду очень рад за помощь. Вот с трех лампочек. Столько барахла. Короче, решил я все пока собрать вот это вот хозяйство в одну банку. Наберу полную, потом буду рассортировать. Показывать. Ну, если напишите, что выкинуть, что оставить, то хорошо. Таем. Какой увесистый кусочек. Ладно, сейчас вторую катушку размотаю. Потом мы все это завесим. А вот это все вместе со старыми, с контактами сейчас завешу. Всю вот эту медь вместе с контактами. Здесь контакты. Контакты. Получается. Так. Надо было снять-то. Чё не? Блин, неровно стоят. Так, ноль, ложим. 83 грамма еще. 81 грамм что-то. Так, а сколько контакты сейчас вот эти отдельно? Вроде показывает сейчас. Ну, 4-5 грамм. Но он так и есть. Ну, на этом будем завязывать. На сегодня у меня все.